Настоящая зимняя сказка воцарилась в субботу, 27 декабря, в городе Родинское. В этот день торжественно зажгли огни на новогодней елке, расположенной в самом центре города. Яркая, нарядная зеленая красавица радовала взор. Собравшихся развлекали увлекательными творческими номерами. И даже погода поспособствовала созданию праздничного настроения. Начался снегопад. Городской голова Сергей Федоров и целая команда неравнодушных и любящих свой город людей приложили максимум усилий, чтобы в этом году празднование открытия новогодней елки оставило в памяти родинцев самые приятные воспоминания. Сегодня у нас открытие елки. Мы хотим, чтобы этот праздник удался. Хотим порадовать жителей. Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Пожелать всем мира, прежде всего, крепкого здоровья. И чтобы все желания, так как этот Новый год, он сказочный, чтобы все желания людей сбылись. Новогодний праздник, конечно же, не мог обойтись без Деда Мороза и Снегурочки. Они, как и положено, захватили с собой множество подарков для детворы города Родинское. Здравствуй, праздник новогодний! Здравствуй, праздничный народ! Дед Мороз привет вам шлет! Здравствуйте, мои дорогие! И маленькие, и большие! Снова родинцы, мы с вами! Знаю, знаю, наперед! Нас вы очень-очень ждали, как и каждый Новый год! Девочки и мальчики, пришедшие на открытие елки, смогли не только наблюдать за всем происходящим на сцене, но и лично принять участие в игровой программе. Лица и детей, и взрослых были озарены улыбками. Такой яркий и незабываемый праздник смог состояться благодаря общим усилиям многих людей. Руководству города, администрации шахты Краснолиманская, неравнодушному к судьбе города члену Родинского исполкома Сергею Андрейченко, а также Фонду социально-экономического развития Родинского. Хочется пожелать прежде всего мира, хочется пожелать благополучия, хочется пожелать добра в каждой семье, здоровья каждому жителю Украины. Хочется пожелать, чтобы следующий год был счастливым и запомнился только хорошим. Я рад, что в наступающем 2019 году сделали такой праздник. Такого праздника я не помню уже на протяжении многих лет. Большое спасибо шахте Краснолиманское, руководству, мэру города Родинского Федорову, всем предпринимателям, которые приняли в этом участие, и всем небезразличным жителям города. Хотел бы пожелать в новом году всем счастья, здоровья, успехов, мирное небо над головой, благополучия. Я думаю, что все мы вместе, сложная команда, сделаем наш город лучше в Донецкой области. Жители города Родинское были очень приятно удивлены организацией праздника, который превзошел все ожидания. С таким размахом предновогодние торжества в родном городе еще ни разу не проходили. Настроение замечательное, событие действительно долгожданное, потому что больше всего этого события ждал наш маленький ребенок. Вот. Радость, веселье, смех, все замечательно. А торжество удалось, потому что нас сама погода радует. Неожиданно, вчера еще слякоть была, а сегодня настоящая зима пришла, поэтому настроение все хорошее. Я думаю, желаем всем мира, здоровья, счастья в новом году. Насколько помню, так широко не было. То есть в этом году интереснее, в этом году более такая интересная программа. Нам нравится. Нам очень нравится. У нас никогда в городе такого не было. Вот, это первый раз. Каши с топора. Да, именно салат. Ну, в принципе, задумка очень хорошая. Нам нравится. Нравится елка, нравится именно новогодняя программа. Все нравится. Елка понравилась. И праздник, и детям подарки раздают. Очень весело. Все интересно, увлекательно. Спасибо большое организаторам, что сделали для нас такой маленький новогодний подарок. И еще одним приятным сюрпризом стали бесплатные угощения. Все, кто собрался в этот день у елки, смог полакомиться традиционным новогодним салатом оливье, отведать кашу из топора, а также согреться чаем с выпечкой. Желающих продегустировать блюдо было немало, но никто не остался голодным. Очень нравится праздник, удивили нас угощением. Мы даже не ожидали такого. Молодцы, руководители. Праздник, организаторы. Нам все нравится. Спасибо. Праздник замечательный. Впечатление выше крыши. У нас в нашем городе уже давно не было таких праздников, поэтому спасибо большое всем организаторам. Каша вообще обалденная. Каша из топора. Вкусно. Спасибо. Открытие новогодней елки наполнило сердце каждого жителя города Родинское радостью и надеждой на лучшее. Больше всех радовались дети. Они не скрывали своих эмоций.
Мне отлично понравилось все. И я хочу, чтобы еще раз это было. Сегодня у меня хорошее настроение, потому что новогодний день. Полгорода собралось тут. Я желаю городу сегодня счастья, здоровья, чтобы мирного неба над головой. Чтобы все было хорошо. Мне нравится, что раздают бесплатно подарки, еду, напитки. Настроение очень веселое. Праздничный день такой, новогодний. Мне больше всего понравилось выступление, было очень весело. Под Новый год происходят чудеса. Праздник в городе Родинское был именно таким, чудесным. Ведь он подарил всем волшебные эмоции, вселил веру в добро и задал оптимистичный настрой на следующий год.